Напряженный кровопролитный бой во имя Великой Победы. В Самаре на берегах Волги провели историческую реконструкцию Сталинградской битвы. Сталинградская битва – один из важнейших этапов времен Великой Отечественной войны. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Фашисты хотели захватить большую излучину Дона, Волгодонский перешеек и Сталинград. Красной армии удалось заставить врага увязнуть в оборонительных боях, окружить группировку немецких войск и сжать кольцо окружения к развалинам города. Окруженные со всех сторон фашисты капитулировали в феврале 43 года. Один из эпизодов того времени восстановили участники военно-исторических клубов, которые приехали в Самару со всей России. Один из них – тольяттинец Сергей Авакумов. Он участвует в подобных реконструкциях не в первый раз. Мужчина считает, что подобные выступления помогают молодому поколению не забывать о великих подвигах героев военных времен. Именно когда мы проводим, наглядно показываем это все, это вот очень важно. Все правдоподобно, и где, как не на таких на реконструкциях, они вот увидят всю достоверность вот наших таких реконструкций. Зрители, которые оказались в этот день на Самарской набережной, остались под большим впечатлением от увиденного. Очень понравилось, особенно удивило то, что самолеты летали. Погода ветреная, это очень эффектно было. Нас порадовало расположение и кухня полевая, и, так сказать, угощают, и доброжелательная обстановка. И погода распогодилась. Короче говоря, все отлично и прекрасно. Постановка отличная. Хотелось бы выразить благодарность постановщику данной реконструкции. Большое спасибо, что помнят, и ребята со всей страны, которые приняли участие, всем большое спасибо. После окончания реконструкции зрители еще долго не расходились. Они аплодировали участникам и делали совместные фотографии. Можно с уверенностью сказать, что это событие запомнится жителям и гостям Самары надолго. Анатолий Головко, Константин Головин. События.